Пять ножевых ранений. 48-летнюю женщину накануне нашли мертвой в одной из съемных квартир Барнаула. Как сообщили в Следственном комитете, спустя 2 недели после убийства. Подозреваемым оказался 39-летний знакомый потерпевший. В настоящее время он задержан, и следователям ему предъявлено обвинение в совершении убийства. По данным следствия, днем 9 января обвиняемый, проживая в съемной квартире, после совместного распития спиртного со своей знакомой, которая пришла в гости, заподозрил ее в краже у него денежных средств. Инициировав конфликт, он причинил женщине 5 проникающих ножевых ранений в область грудной клетки. Вскоре в суд направят ходатайство о заключении мужчины под стражу. Расследование продолжается.